Приостановить пенсионный возраст женщин на уровне 60,5 лет. Казахстанские активистки внезапно передумали и озвучили новое требование. Хотя еще в четверг просили министра труда снизить возраст до 58, иначе грозили голодовкой. Почему после разговора с вице-премьером произошла неожиданная перемена, женщины попытались объяснить мировым опытом. Мировой опыт, европейский и ближнего зарубежья, существует понимание пенсионный возраст и досрочный выход на пенсию. Если остановим 60,5, пенсионный досрочный будет 58,5. Потому что мы не успели в 2021 году остановить его на 60. И, ну, допустим, мое понимание, да, я вот член партии Нуротан, ну, Аманат, извините, да, я, например, понимаю, что назад в 58, я с самого начала говорила о том, что в 58 никто не вернет, а остановить и предусмотреть досрочный выход, да, можно об этом подумать. И поэтому об этом и будет думать наша власть. Как долго будет думать власть, пока не ясно. Но раньше, чем до конца года, точно ответа ждать не стоит. Именно тогда правительство завершит работу над социальным кодексом, где в том числе рассматривают снижение пенсионного возраста. Сама встреча женщин с вице-премьером в правительстве длилась больше 2 часов. Помимо Тугжанова, требования активисток выслушали и представители Министерств труда и здравоохранения. В итоге стороны договорились решать вопросы сообща. Активисток обещают включить в рабочую группу и рассмотреть возможность выхода на пенсию досрочно в 58,5 лет. Также речь идет о приостановке основного пенсионного возраста для казахстанок на уровне 60,5 лет. И еще один момент. Если при достижении досрочного пенсионного возраста женщина захочет продолжать трудовую деятельность, выплаты из ЕНПФ назначаться ей не будут. Этот вопрос рассматривается нами. Мы все предложения приняли в работу, как я уже говорила. Там и по альтернативному праву, по закреплению в Трудовом кодексе есть предложения, по приостановлению пенсионного возраста. Все эти предложения приняты. У нас есть рабочая группа. В рамках этой рабочей группы с представителями инициативной группы мы будем работать.